А чё вы меня покидаете? Да мы как зайцы сбегаем. Здорово. О, ништяк, красиво. А я бы остался там. Я бы тоже остался, если бы не на работу. У вас сильно? Да сильно? Нет, так же потихо и подходит. Ну давайте. Женя водолаз он, в трусах. Он будет идти там по самые колокола в воде. У меня пока еще не сильно. О, лягушечки прыгают. Это около дома. Сейчас пойдем в огороде. Что-то мне соседка сказала. Она обманула, что меня уже затопило. Пока только здесь вода. Ну, приходи, Саня. Посмотрим. Ага. Мне завтра на работу надо. На работу завтра надо мне. Да. Сумочку бросим. Посмотрим, как дела обстоят за огородом. Я думал, что сегодня уже будет в огороде вода. Нет. По-моему, как было. Ну, траву мою выкошенную взяла в воду, значит, маленько прибыла. Посмотрим еще в одном местечке. Так, 4 года назад участок был совсем пустой. Один песок был сантиметров 30. Сейчас вот такой клен вымахал. Не считая моего винограда. Ну, вот она подошла. Здесь дамба хорошая, еще, наверное, сантиметров 80-90, ну, может, метр вытянет. Яма для хранения роз уже с водичкой. Да, я ее метр копал, метр с копеечкой. Значит, если еще оттуда плюсануть, сколько вот там вода есть, плюс еще метр, и вода будет уже здесь. Ну, будем надеяться, что этого не произойдет. Вчера я говорил, что сегодня последний раз поеду. Если теплоходы будут ходить, я еще на следующей неделе сюда обязательно съезжу. Может быть, во вторник. Надо же как-то отпуск использовать. Потому что на следующих выходных, а нет, не на следующих, через выходные, мы едем в другой регион. Пока все нормально. Теперь знаю, что эта дача, в отличие от первой, выдерживает большее. На первой при 4 метрах уже была в огороде вода. Сейчас сколько точно не знаю, около 5. Вот такие дела. Дядя Толя сосед успокаивает. Говорит, что еще сантиметров 20, тогда поплывем. Вот тут видно, что вот калитка и
сюда уже пойдет. Огород у меня повыше расположен. Для детоли тоже неплохо. Такие, значит, дела. Ладно, будем еще. Еще приеду сюда, в общем, на следующей неделе уже. Спасибо всем за внимание. Всем пока.